Всем привет. Да, всем здрасте. Ага. Короче, мы сегодня выспались. Ну, вот это единственное, что хорошее, что мы, получается, выспались. Единственное, что после вчера осталось, так это что, руки чуть-чуть подопухли? Руки остались. Но, и ноги остались. Но уже проходит. Ну, уже такое, знаешь. Уже остатки прям остались. Ничего, нормально. Борисыч. Борька, привет. О, и кекс. И что? Что такое? Смотри, смотри, куда он смотрит? Что, что? Гладить? Гладить тебя надо, да? Свинья, текай. Что? Ты стесняешься камеры, да? Да. Стесняешься? Погладь. Свои пьюсели. Где? Все. Надо им сегодня купить. Надо. Это, мы сейчас едем, надо сполоснуть Анату, забрать Пита и поехать на дачу. Проверить, что там у нас с полом. И мелкие работы сделать. Ну, теперь все понятно. Все. Ох. Я тоже так думал. Сидайте. Дратуйте. Спустите? Нет. Ну и ладно. А ключи-то отдача у меня. У папы тоже есть. Так что... Ты нас тут не пугай. Мама. Все, поехали. Так, ну, наверное, не ему поставить там. А что ты там разлапался? Он отгоняет всех. Ты не понимаешь. Бедная девушка. Кекс наехал на нее. Так, немного сполоснем. Давай, убирай листву, она там не надо. И поедем дальше. Ну, бело-розовая. Пит вышел? Ну, я ему написала. Но не уверена, что уже вышел. А типа вот сегодня что-то. А завтра еще теплее. Прям такое. Завтра можно на голубое. Не знаю, посмотрим, если погода будет позволять. А почему? Так завтра еще больше температура. Так люди скажут, холодно в декабре купаться. Да и мне все равно. Я же не спорю. Да. Hello. Hello. How are you? I'm good. О, oh. Значит, very good. Все, багажник открыл. Залазьте. Будьте как дома. Называйте, что вы в машине. Итак, что мы только что сделали? Купили шаурму с собой на дачу. Сейчас приедем, сразу погрызем шаурму с чаем. И потом будем посмотрим, что поработать. У нас этот. Ну, главное, мы покушать поедем, все остальное. Да. Хотя проще было в ресторан за эти деньги сходить, да? Всем вместе. И еще бы осталась сдача. Я не поняла. Ага. Что это за туча? Она нам все равно, поэтому. Я понимаю, что она нам все равно, но зачем она надо? Она солнышко закрывает. Главное, что сегодня жара неимоверна. Ну, такое, тучки. Ну, жарко. Ветчиняй. Гром гремит, земля трясется. Да. Дальше продолжение. Это Таня малину там собирает. Да. Ветчиняй, заглянем сейчас. И пооткрываю. Так, а куда ты заглядываешь? А что толку? Здрасте. Вау. Как тут сыро. Не сыро, а холодно. Да оно там камень. Он сырой. Сырой, конечно, сырой. Мы только вчера его залили вечером. Ходить можно, но не будем. Не. Потерпим. Да! Ну, конечно. Он, если честно, твердый, как не знаю кто. Да чё ты боишься? Просто не порть пол.
Тем более у тебя вес не такой, чтобы... Вот это вот оставишь свои следы. Так понятно, что затаскаем. Ань, тебе не кажется, что она как бы повыше стоит? Эндрюх. А смотри, сантиметров до 10. Ну вот так вот. Тут вот разница. Внизу? Нет, мы же ставили по борту, я залил. Здесь, ну я же говорю, вообще у нас вся дача получается залилась от 3, хотя мы рассчитывали на 2 сантиметра. Да иди, не бойся ты. Мы рассчитывали на 2 сантиметра, а оно 3. От 3 до 5, а то и до 6. Таня, ну попробуй рукой вот этот шов сильный. Попробуй шов какой сейчас вот этот. Ну миллиметра 2-3. Ну как я и говорил, не больше. Чуть-чуть. Very like, а? Ну, ходить не надо сильно, да, но... Вау. А вот там. Дай. Ага, там слышится тот слой, другой звук чуть-чуть, да? Слушай. Ано. Окей. Yes. Ага. Короче, там где толще, ну, короче, звук где толще, где тоньше, понятно. Офигеть. Класс. Will you still put linoleum? Yes. Да, later. Yeah, yeah. Да, да, да. И как оно? Tanya's happy, I'm happy. Yeah. Пить счастливый, если ты счастливая. Открывай окно сразу. Открывай все окна. Потому что если уличная стяжка, мы читали, то надо, чтобы она была накрытая, то и мочить надо просто. А здесь надо, чтобы оно все вот так вот. По чуть-чуть. А, ну а там это? Можно мне? Ого! Ого! Вау! Ну такое типа, да. Ну, ходить не надо, но сильно, ну так. Круто, просто круто. Слушай, оно, yes. Пит, оно прям поднялось, ап, прям вау. А сколько у нас теперь тут сантиметров, мне интересно? Оно поднялось, капец. Можно померить? У нас двери вместятся сюда потом? Да, они режутся. Андрюха, я тебе говорю, оно поднялось, капец. Ну, я до люстры тянулся, а сейчас чуть, ну, вот так вот. Вау. Ну и ты почти... А, да, Таня, уже на носочки не становись, не надо. Честно, офигенно. Класс. Прямо реально классно. Вот это тоже надо взять тряпку всю почищать. Позакакивали все, что только смогли. Так, шаурма и чай. Где? Чай есть, шаурмы не вижу. Шаурма... А, во. Все. Давайте. Перекусим. Забирай свое. А то как бы мы сегодня будем, считайте, уже за обед время. А мы ничего не ели. О-о-о! Ну что, трошки были заняты. Да? Да! Ага. Так, хоть выспались. Ну нормально, я, если честно, по силе так, ну, проснулся, нормально было жира. Чуть-чуть руки такие, знаете, под опухом. А сейчас все уже нормально, то есть можно дальше работать. Да? У нас тут очередь за водой. Итак, молодой человек, скажите, пожалуйста, что вы делаете? Огород сыпаю. Я вижу. Вот это надо теперь отвязывать, да, получается, каким-то образом? М? Знаешь, каким? О. Да, да, пойди. Вот это. И что ты будешь сажать? Не знаю, уже картошку. Что разрешат, то и посадить. А что хочешь? Можешь еще перчик посадить. Могу. Не сильно. Нормально? Пересадим его сюда. Так. Как это? Куда это деть? Куда это? Хочешь, вот это отвязать тут можно. И что с ним делать? И что, как быть? Ну, вот туда. Куда? Вот туда. Так, у тебя дороги куда? Мало. Ну, тут песок, а это земля, будет пыль. Не, ну слушай, у тебя очень хорошо получается. Так это туда же, подмешивай, перемешивай и все. Как там я делал, надо делать, ты понял? Да. Только ты еще больше можешь, да.
вот так вот подровнять дорогу будет вообще супер. А если бы еще люди делали почаще так возле своих территорий, да? Ну да. А то дорога выкаталась, а никто не равняет, ничего не делает. Пойдет он? Пойдет. Да. Зай, смотри. Да. А ты смотри. Не надо, они сейчас. Они галопом прибежали. Вы знаете, куда идти сами. Что вы тут едете? Идем. Идем. Все, Симбак. А? Симбак. Валялся там, да? Он уже ищет место примоститься. О, как красиво получается. Так, еще у нас получается. Нормально. Заказали технику для разглаживания. Ага. Ага. Так, ну что? Шкода подержнее у нас будет. Ага. Какая Шкода? Я тоже. Что-то вы плохой напорчик сделали, Андрюх. Ну не гоните такое делать. О, а то сейчас же прибьется, как не знаю кто. Главное, вот там сначала слейте борт, где будем заливать, Зай. Сразу вот оттуда еще на себя. С бетона. Во, вот так вот. Слушай, нормальная такая площадочка получилась. Я вам скажу, здоровая теперь такая. Я же говорю, вот так бы еще соседка когда-нибудь собралась бы с мыслями и вот убрать бы вот так вот. Все. Ну да, и вот это. Хотя бы как вот там дальше, видите? У людей там чистенько, хорошо, а здесь ну такое себе, блин. Там у них меньше ездят, чем у нас. Я понимаю, но просто, ну, я могу, конечно, это сам убрать, без проблем. Но только куда мне это складировать? А я могу для себя сделать. Мне куда вот это, прикинь, скосить, сколько земли надо? Ну, да. Если бы знать, куда ее деть, эту землю, я бы убрал бы. Серьезно. Ей можно туда, на порог. Ну, это надо спрашивать. Зачем? А так, знаешь, как классно было? Блин, какая площадка была пофигенная перед дачей самой. Боюсь. Так, машина едет? Давай, заезжай, Руська. Симба, текай. Ой, какие колпачки. Круто, поверните направо. Какие колпачки? Ты о чем? Во. Вот такая вот у нас опалубка получилась. Сейчас вот это будет бетонироваться, цементироваться. Так, я пока делаю больше борт, как положено. Ага. Да? Чисто целое ведро. Красиво? Ну, намана. Зату тоже надо было сыпануть немножко. В смысле зату? Ну, мне же не держится. А, да. Я там помню. Нормально все. Все, не прольется? Не прольется. Смотри, какая красота. У. Больно. Пойдет? Да. И вот он, нам надо залить по вот эту, это она как раз сюда чуть-чуть видит. Ну, короче. Да, 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 бачу. Ну, опять с плюсом. Туда его. Туда-туда. Туда. Вчера 30 мешков вручную перетаскать оттуда сюда. Вас надо держаться чуть-чуть подальше, я так понимаю. А то ничего не видно. А, ты сразу весь? Да. А? Мы уже готовы. Да. Мы уже поехали. Вряд он месяц. Ну так, шикардос. Совочки? Не видела, сейчас найдем. Первый пошел. Тут, наверное, больше надо будет, чем мы рассчитывали. Может быть. Меньше. Ребенки ведро принести. Да. Да. Тащить их туда. А не, ну лучше ребенки, чтобы сейчас мы тут вкатаем сколько цемента. Вот скажи,
Отсюда таскали щебенку туда, теперь оттуда сюда. Зачем? Сережа, ты какой-то нелогический. А, ну, вообще, так давай заказывай их и везут сюда сразу же. Им хочется разгрузить. Их спят и видят. Да? Заметь, я не понял. А, ты молод? Сережа просто услышал слово, что я выходная. Да, надо напрягать срочно. Да. Срочно загружаем. Все, так пойдет? Да, не загружаем, разгружаем. А, да. Так, тогда вот тут вот так вот, да? Да, нормально. Что за пакетики? Салафанчиком. Брак на производство. Ну, короче, ты говори, что там. Горы тут полные, не надо было. Ворота сделай для кошечек проходик. Это сейчас там надо будет закрыть этот проходик, чтобы там никто сейчас не лазил. Зачем? А ты что против? Что забетонируется. Ага. Ну ничего страшного. Зато навсегда теперь останутся с тобой котик. Будет на одном тоже месте, далеко не убежит. Бетонированная кисть. Посуни сюда этот. Как мисочку с едой, с водой, да? Да, все. Одеяльце на зиму укрыть. Да, не, вокруг нее построим просто этот. Домик. Домик и все. Ямку просто чуть-чуть надо задеть. Побольше. Это грамотеи, да? Под каждого. Говорят, что мы того. Не мы такие, жизнь такая. Да? Вы похлеще. Во! Какая красота. И согласен, туда надо залить кусочек. Будет то, что надо. Твои друзья поехали, да? Да, на. А, это. Да. Вот так вот, да? Пойдет? Растяни его. Растяни его, растягивай, Томик. Не, если что, он доливай еще. Да, так вот его прям в нулю растягивай. Во, какая красотища. Наконец-то здесь будет ровная поверхность. Да пойдет, да. Все. Класс. Кто куда пойдет? Мы не подобаете. Да не знаю, вы чай делать. Как раз вместе. Какой чай? Что такое? Зеленый. Зеленый? У нас там есть упаковочка зеленая. Смотри, вот тут не надо, тут ямы нету. Или вот там чуть занизить надо, там где ты бортик вот сделал, его еще бы занизить вот чуть-чуть. Это? Чуть-чуть, уголочек именно. А, все, все, больше не надо, я понял, вижу. Все, пойдет. Угу. Вот тут надо налить, смотри, вот тут ямка, да, по-моему? Да. Угу, сейчас налью. Чуть-чуть. Угу. Так, у нас начался дождь. И Таня решила воспользоваться бесплатной водой и вытирать пыль. А что там, что-то разлилось? Нет, пылюка. Моя совесть. Ничего не переживай, скоро пылюки здесь не будет. О, там чуть-чуть накрыли. Ага. Кстати, нормально, мешочком. Ага. А то я так и знал, что начнется дождь. Но там черные тучи такие сзади идут, что боюсь, сейчас будет с громом, и с молниями, со всем чем угодно. Здесь опросики. Убери мешок с мусором чистый. Иди сюда. Заяц, давай пить чай. Молодец, поубирала. Чистый стол. Только закаканный чуть-чуть. А? Я думаю, что ты мне... Бегом. Сидеть. Прокапывать нормально. Нормально. Главное, ничего не слышно. Хороший дождик. О, я начинаю что-то слышать. Громко, да? Ага, большие, сильные, крупные капли такие. Ага. А, блин, облистья бьет, и листик отражает, поняла? Ага. Вон, листики в листике. А, поняла? Щекотно. Надо сюда еще толщину сетки наклеить. Не, а что-то легко. Второй слой сделать, чтобы темно вообще было здесь. Вот, чтобы супер. Соседи нас не видели. Вообще супер. Классно. Мне все нравится. Особенно мне нравится пол. Да? Мазила. Прости, я пытался красиво это сделать. Не вышло. Чего? Я в туалет просто хочу, а там дождь. Там уже дождь закончился. Каспер на минималку. Типа да.
Зато по чистой дороге пошло. Ну да. Без грязи, там без колюшка. Ничего. Оп, колюшку стало. Все хитрые, главное. Одетые. А один я тут гуляю. Потому что футболка в машине. А дождь начался и не прекращается. Ой. Я пошел в машину за футболкой. И вас жду в машине. А, не. Алло. А вы, наверное, тоже вдвоем пошлите сразу в машину. Да. Такой, туманчики. Круто. Ну так земля что прогретая, асфальт прогретый, вот оно и парует. Ну да-да. Это хорошо, что дороги подлатали. Это ям да. Нету. А то было бы сейчас вообще не весело. А я трошки мокрая. Нормально, едем домой. Ничего себе. Так, мы заехали на заправочку. Сейчас заправимся. Все. Ох и долго. А что так долго? Люди еще другие были. Понятно. Так, почти 63 литра. 3,900. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы же с вами познакомимся. Нельзя. А, может? Нельзя. В школе выходной. Слава Богу. Так. Почему два дня? Сейчас, потому что мало. Я маленький. Сейчас едем на почту. Надо забрать газлифт. Наконец-то надо... дошли руки до него заказать на Тане на кресло, так как кое-кто уничтожил. Был в гостях и уничтожил. Да. Давний знакомый. И надо забрать Питову посылку. Ему сахарозаменитель пришел. А, и да, и мы заказывали Питу сахарозаменитель. Во, это все здесь сейчас, да? Да. Вообще замечательно. Так, ну тогда Саната уже отдыхает. Вчера заправили. Ну, пускай теперь поотдыхает. С полным баком. Ага, уже в листьях все. Ну то ладно. Зато здрасте, здрасте. Что это у вас? Переезжаете жить сюда? А, понял. А, в натуре белые яркие окна. Почта. Какая? Тебе вот та почта надо? Ну, а какая же? А, ну все. Натура? И мне туда. Договорились. Крыша едет. Не спеша, да? Я уже уехала. Ну, там открыли дорогу. О, чувствую. Прикольно. Что-то ремонт ступенек. А. Пока. Я думал, ты там поняла, как там. А чем тебе лабиринт не нравится? О, одна, вторая посылка. Все замечательно. Че, жёленький. Нормально. Надо сейчас залепить и станется. А главное не забыть до мамы на обратке главное, заехать. Главное снять как-то попробовать. Как они снимаются? Они ж там, прикинь, как? И кое-кто своим весом там насидел, так что попробуй теперь его вынести. Попробуем. Так, после недельного застоя машины мы ее ополоснули. Сейчас протрем и поедем дальше. Да, Пит уже. Да, Пит уже собран и ждет, пока мы дадим ему этот, как говорится, команду выходить на улицу. Вчера так. Тут, то есть вчера. Сегодня утром тут сегодня была авария. Возле Питова тут авария была. Ну да. Ну тут все целые деревья, целые, все нормально. Так, как это мы там забрали. Еле. И сейчас поедем, съездим, проедемся по магазинам. По мебельным. Во, я вижу табличку, куда нам надо. А теперь я вспомнила, куда нам надо. Просто прям. Да, сколько раз сюда ездили, никак не могла запомнить, где находится магазин. Просто прямо, это не без поворота. Да? Да. Ну ладно. Бывает. Вот сюда нам надо. Ву. Big storage. Big. Так. Поехали где-нибудь парканемся. В смысле где-нибудь? На парковке. Да. Мне нравится именно главное, чтобы было такое... Типа как у нас с нашими такими боками, чтобы уже было стакан поставить, чашку такое, да. Вот. Ага, здравствуйте. Во, такую надо штуку.
этот, в коридор. Может, 16 такой, да. Ну, это большой сильно, конечно же, да. Ну, понятно. Да, нам дальше надо такое, чтобы, типа, вот одной стороны только было. Вон, смотри. Да, кстати. Вырезаешь отверстие, и там счетчик будет прятаться. Да, даже вот такой бы сюда пошел бы. Маленький. Как раз то, что надо. Да, только сюда вместо вот такого вот такие полочки. Угу. Ну, это понятно. Да, мне тоже такое нравится. Но не для нашей комнаты. Это точно угловой диван? Ну, что это такое? Это просто диван. Интересно. Ну, а за что тогда, если он не угловой? Короче, не знаю. Все очень сложно. Походу будет у нас вариант, знаете какой? Мы свой диван забираем на дачу, а себе точно такой же самый, ну, только в другой расцветке, покупаем новый. Просто более обновленный. Ну, мне кажется, это самый лучший вариант. Я бы еще съездила вот туда, глянула. Съездим. Да, обязательно. Ну, вообще дизайны диванов. Тут первый очень понравился. Дизайны диванов, ну, такой отстой. Вообще. А как он разложит? А, и в ту сторону немножко, я так понимаю. Я не знаю. Не как. Немножко, а в ту сторону пойдет сейчас. В ту? А, вон. Ап. Вот этот сюда, он. Ап, вот этот. Не могу зайти. А там стульчик все да равно. Чуть-чуть вы не вымете. О, да. А. О. Вот так. Так, чуть-чуть. Вау. Ну, неплохо. Минимум, максимум. А это он со столом? Это стол, а это стулья. Стулья, стол, да. Девочка. Ну, стульчики такие себе, конечно, но стол прикольный. И под у тебя пуфики. Ну, стульчик. Присядь на наш новый диван. Ага. Слушай, ага. Слушай, тебе нравится? Всем хорошо, хорошего дня, спасибо большое. Пит, бай-бай. На выход. А что стоишь? Пошли. Застряла. Да. А можно, чтобы так всегда все было хорошо, вот так быстро выбирать? Короче, все, чек есть, все есть. Фленда. О. Круто. О, да. А? Все? Good? Exactly. Yes. Yes. Thank you so much for. You're welcome. Oh, yeah. You're running out. No. Так. Yeah. И это все хорошо. С магазина мы вышли. Оформили все, что надо. Короче, у нас новый диван. Да, and... Это... Сейчас, one moment, я Физу покажу. Хорошо, ты покажешь. Сейчас едем кушать. Да. Тёма голодный. И я, и Таня, и Физу. Самое первое, я голодная. А потом все остальные. Кто-то сомневался, что мы сюда придем? Че? Что мы именно сюда приедем. А места есть, нету? Нету. Далеко вы. Здравствуйте. Hello, Pete. Good. Что так медленно? Нормально. Одно. Beautiful. Да. Давай, разбирай. Спрайт, кола, фанта. Замечательно.
Алиса! Что за шматрик? Все, смачного аппетита! Вам тоже. Да, все. Спасибо большое. Спасибо. Мороженка. Какая это еще доесть надо? А что-то не лезет вообще. Это не лезет, поздно, за мной хочет. Я молчу. Все, наелись, как я не знаю кто. Да. Так, а сколько времени? Не знаю. Нам за мамой желательно ехать. 4:30. А, да. У нас еще 2 часа. Так. Нам еще надо сюда заехать. Ой, наелась-то хорошо. Не говори. О, так и становись. Так и становлюсь. Так, а что ты? Залази. I see many, many, many Americans. Yes. This is good. Yes, sir. Very popular. Так, что тут у нас? Пошли сюда. Под цвет. Очень удобный. У меня дома такой стул. Еще муж его на колесики только поставил, чтобы не тягать. Ух ты. Пришли гости. Да, прикольно. Интересно. Интересно. А вниз как он опускается? Убирается эта полочка. А, она так. Все. Понял. Круто. Интересненько. А этот только со стеклянной смотри, поверхностью. А то с другой колесницей, да? Такой же самый, только со стеклом. Mm-hmm. Вот этот вот хорошенький. Он и по цвету хорошенький, и все это, да. Так, ну что, побывали, посмотрели. Выяснили, что Сережа опять умеет красиво и ровно парковаться. Это, посмотрели тумбочку, посмотрели комод. Это Тёма, еле забрали, Тёма увидел, знаете, мягкие эти, пуфики вот эти, ну, как они? Груши. Ну, как-то... Пуфик-груша. Пуфик-груша, что там валяется. Валялся только что так, что еле забрали. Так что, возможно, придется купить. Ну, или на дачу, или здесь. Посмотрим, разберемся. Все? Все, погнали. Welcome. Откройте, пожалуйста. Спасибо. Открыл. Здоровье. Вау, все, да, красиво. Да, и там дальше идет туча. Давай. Зайдем. Все нормально. Красиво. Так, а мы перебазируемся на другое место. Там уже начали падать каштаны. Так, были там, теперь будем тут. Санату мы еще чуть раньше перебазировали. Да? Кекс. Да подойди ты. Единственное, что на этом месте надо будет чуть-чуть подровнять землю. Но тут нету ведра. Есть чем, но нету ведра. Вон, видно, какая там ямка. Ну, завтра мы ее сделаем. Возьмем ведро с дачи и сделаем красиво. Да, все. Умничка, ровненько, хорошо, красиво. Так, мы дома. Я сварила борщик. Там. А зачем я его закрыла, если сейчас буду насыпать? Сейчас буду насыпать кушать. Так, что я могу сказать? Сегодня день был проведен эффективно. Скоро у нас приедет, будет диван. Его сделают? Он приедет. Что у нас скоро приедет? Диван. Ой, не скоро. Ну, скоро, не скоро, но тем не менее он заказан. Ну да, скоро, не скоро, от 4 до 6 недель. Привет. Тёма играется с термометром новым. Так, что еще? А, завтра едем на дачу. День распланирован. Надо продолжать дальше ремонт, чтобы быстрее уже полностью сделать первый этаж и точно не быть ничего независимым зимой. А, кстати, зимой, смотря какая зима, можно будет уже делать и второй этаж. Угу. Время покажет. Короче, все, кушать насыпаю. Нам приятного аппетита. А вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Пока.